Всем привет! Сегодня у нас пятый день по челленджу. Пятый день челленджа «Перчиса ракета» называется. И сейчас немножечко информации для тех, кто не читает описание под видосами. На канале у меня проходит два розыгрыша. Один вот этот вот, 4 скинчика за ваши лайки, будет разыгран уже сегодня. Ориентировочно где-то стримчик начнется с 15 часов по МСК. Вот. А вот эти вот 3 чудесных, замечательных, просто восхитительных ауга будут разыгрываться на Новый год. Все условия более подробно. Все будет непосредственно под видосом. Ну а я, собственно говоря, приступаю к тому, ради чего и записывается этот видос. Че я тут? Ага, Джон Уик. В общем, как обычно, если кто не в курсе, первого видео не смотрел, на протяжении 30 дней я буду пытаться с лоу баланса, точнее, там с 40 рублей, то есть с промокодом плюс-минус мелочь, которая стояла с прошлого раза, сделать себе перчатки. Вот. За один раз это не получится, то есть у меня есть там определенная стратегия, тактика, методика, техника, в общем, как хотите, так и называйте, в общем, что-то там у меня есть. Начинаем открывать по традиции мы сильверлиту, смотрим, что из нее выпадает. Ну, такое чувство, что сегодня будет самое короткое видео. И так, и это чувство у меня усиливается. Ой, как усиливается. Он мне, наверное, после того, как дался ракет уже. Ой, не сорокета, как он мне там выдал. 4 скинчика. Он мне больше, наверное. Ну, отлично. И сколько это всего? 23 рубля. Тяжко, конечно. Ну что же. Еще бы придумать. Может тогда. Ну, как вариант, контракты. Давай посмотрим в контракты, что получится с контрактами. Посмотрим. Так, сколько мы закидываем? 23. Ну, там до сотки что-то может выпасть. Ну, давай посмотрим. Десятка, да. Сувенирные. Сувенирная ботва выпала. Давай сюда. Можно было, конечно, вывести на розыгрыш там, да, но... Что, снова? Ух, коротусенький видосик. Ну, не ложится карта, не ложится. Не ложится карта сейчас. Обиделся, наверное, на меня Кейт Баттл, обиделся. Ну, тут как бы все. Все, пацаны, пятый день и ничего. Пятый день и ничего. Ну ничего, впереди еще у нас 25 дней. В общем, я верю, что что-то у нас должно получиться там, да. Вот ребята говорили там, закинь побольше бабла там, да. То есть, ну, было вот условие с ракета, да. То есть, и посмотрим, как это получится. Ребят, в общем, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии и обязательно участвуйте в розыгрышах, которые на канале проходят. Всем пока.